Да, мам. Светочка, дочка, привет. Как твои дела? Прекрасно. У меня начальник, который вечно лезет в мою работу, хотя ничего в ней не смыслит. Светлана, скажите мне, пожалуйста, вот если вы меня так ненавидите, а? Если я все делаю не так, вы зачем здесь работаете? С наступающим! Я сегодня представила, как убиваю его. Да. Как ты будешь праздновать Новый год? Не знаю. Стасик первого шага никогда не сделает. Не могу. Мужики сейчас, у меня слов нету. Так. Я звоню по поводу романтического Нового года. Что, есть два места? Да, бронирую, все. Рита, ты могла бы сделать так, чтобы вот это приглашение на тайном Санте попало к... Так, это кому-то. Ну, тут написано кому. Ваш номер уже готов. А где же ваш спутник? Должен скоро подъехать. Произошла ошибка. Как она тогда ко мне попала? Уходите отсюда! Я никуда не пойду. Вы настоящий козерог, Максим Викторович. Да, я он и есть. Потому что у меня день рождения в январе. Динь-дон! Уже ругаетесь? Это прекрасно для пары, которой необходим романтический уикенд. Мы не пара. Значит, ей станете. Винит январская вьюга, оливы хлещут у круга, и звезды часто... Это медведь. Не видят люди друг друга. Умирайте, руки! Все. Умирайте, руки! Мимо друг друга теряют люди друг друга. Романтический уикенд? Черт. Никогда, никогда. Разве это не любовь? Не найду никогда. Ладно, поработали вы отлично. Теперь-то вы отпустите нас в отпуск. Хотя бы лет на 100. Вы давайте работайте. Еще много дел не сделано. Русские Новый год. 2 недели праздновали.